каждый советский школьник хоть однажды слышал о триумфальном возвращении Ленина в Россию весной 1917 года и знаменитом выступлении с башни броневика. Это сказка, потому что от Вильнянского вокзала до дома Кшесинска, где располагался штаб большевиков, около 2 километров. Булыжная мостовая, очень неровная. Броневик, его башня, на которой должен был бы стоять Владимир Ильич, представляет собой абсолютно гладкую металлическую поверхность диаметром в 1 метр. Владимиру Ильичу во время приезда было 47 лет. И вот представьте себе немолодого человека, не обладающего спортивными выправкой, без поручней, стоящего на гладкой абсолютно площади и двигающийся под трясущей булыжной неровной мостовой, и в это время еще что-то говорить. Но это кроме смеха вызвать не может больше ничего. Большевики захватили дворец Кшесинской, известной балерины царской, императорских театров. И в этом же дворце Кшесинской помещались профсоюзные организации, и в этом же дворце помещался броневой дивизион. Когда Ленин подъезжал к Петрограду, большевики знали, естественно, что он едет, и когда он прибывает, они выслали ему навстречу броневики. Когда я в процессе поиска набрел на воспоминания Зиновьева, все встало на свои места. Зиновьев вспоминает, Владимир Ильич вышел, сказал на перроне небольшую речь, прошел, сел в броневик, и так в броневик, и так мы доехали до дома Кшесинской. Вот это уже очень похоже на правду. И как же теперь знаменитое выступление и прожектора, и толпы восторженного народа? Дадим слово самому Владимиру Ильичу. Из письма в Женеву Владимиру Карпинскому. «Нас пропустили, встретили здесь бешеной травлей». А это в Стокгольм Карлу Радеку. «Буржуазия, Плеханов бешено травят нас за проезд через Германию. Пытаются натравить солдат. Бешеная травля за то, что мы против единства, а массы за объединение всех социал-демократов». Другой эмигрант Залежский писал. «Мы были весьма неприятно поражены той неприязненной атмосферой, которой встретила нас Россия. Солдаты смотрели злобно, власти не скрывая отрицательно и подозрительно». Так для чего же понадобился миф о триумфальном выступлении с броневика перед многотысячной толпой? Весной 1917 года большевики засобирались в Россию. Англия и Франция наотрез отказались пропускать через свои территории пораженцев-большевиков. Но воюющая с Россией Германия охотно откликнулась на их просьбу. И вот уже радостный Владимир Ильич дает телеграмму национальному советнику Гриму. «Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских иммигрантов через Германию. С благодарностью, Ленин». 27 марта 32 большевика во главе с Владимиром Ильичем и его супругой прибыли на вокзал, чтобы начать свое ставшее скандально известным путешествие через воюющую Германию. Как шпион он был не нужен. Он нужен был как человек, который взорвет Россию изнутри, как человек, который устроит революцию. Ну, представим себе, идет Великая Отечественная война. Мы воюем с Германией. И вдруг Гитлер разрешает проезд группе русских через свою территорию, которая должна прибыть в Москву по каким-то целям. Какое бы отношение было у нас? 58-я статья, наверное, да, это государственная измена. И, конечно, Ленин виновен в государственной измене. Безусловно. Подоплека происходящего совершенно не была секретом для современников. Аркадий Аверченко, обращаясь к Керенскому, припечатал. Не скажете ли вы, что в прибытии Ленина и Троцкого виноваты немцы? Голубчик вы мой, да ведь они воевали с нами. Это было одно из средств войны. Также они могли прислать поезд с динамитом, с баллонами удушливого газа или сотней бешеных собак. После его речи, знаменитой апрельских тезисов, один из соратников бывших Ленина сказал, что он поднял знамя гражданской войны. То есть это уже в апреле было, умным людям было все ясно. Зачем он приехал?
Теперь ты у меня не побалуешь. Товарищ Ленин, товарищ Ленин. А, Михаил, а да. Ты понимаешь, что вы мне открыться не можете? Ну, дед, я раньше как слепой в темноте руками шарил, а теперь я хоть одним глазком, а кое-что вижу. Народ настоящую жизнь издаля показали, а теперь обратно спрятаться хотят. Так на кого же людям надеяться? Ну, только на вас. Ну, бегите. Многие еще помнят времена, когда каждый советский школьник на вопрос, от кого же вождь скрывался в разливе, бойко отвечал: от преследования контрреволюционного временного правительства. А за что оно, собственно, Владимира Ильича преследовало? В изданном в 1953 году энциклопедическом словаре читаем: 4 июля 1917 года по приказу Временного правительства была расстреляна мирная демонстрация петроградских рабочих, солдат и матросов. Начались массовые аресты, обыски. 7 июля был издан приказ об аресте Владимира Ильича Ленина. Но факты говорят нам о том, что события 4 июля были первой попыткой большевиков захватить власть путем военного переворота. Основной целью выступления был штурм Таврического дворца, а главным штурмовиком был назначен первый пулеметный полк, руководимый большевиками Семашко и Романовым. Вечером 3 июля в полном боевом порядке, с пулеметами на автомобилях и лозунгами «Помни капитализм! Булат и пулемет сокрушат тебя!» полк двинулся к Таврическому дворцу. К нему присоединились 4-й батальон пулеметчиков, солдаты московского полка, несколько тысяч матросов из Кронштадта и рабочие завода «Красный Парвиайнен», которым накануне раздали оружие. Все эти события подробно описаны в «Красной летописи» за 1923 год. Керенский направил на защиту Таврического первую сотню 1-го Донского казачьего полка. В сборнике «Февральская революция», изданном в 1926 году, был рассказ очевидца о том, что когда сотня выехала на Литейный проспект с крыши углового дома и здания окружного суда, градом посыпались пули. Кто-то в толпе закричал, что казаки стреляют по ним. Мятежники открыли огонь. 7 казаков было убито, 19 ранено. 14 июля Петроград торжественно простился со своими защитниками. Такая вот была мирная демонстрация. Но даже после этого все большевики оставались на свободе. Тот же Аркадий Аверченко упрекнет потом Керенского за мягкотелость. У вас в руках был такой козырь, как восстание. Когда озверевшая толпа, я сам видел, разрывала большевиков на части. Как вы ликвидировали это настроение? Вы, как глава государства, запретили печатать документы, уличающие Ленина и Троцкого в получении денег от немцев.